За последние лет 20 мода Челябинска с рынков и базаров шагнула в бутики, салоны одежды и торговые комплексы. На сегодняшний день конкуренция в сфере продажи одежды очень высокая, а клиент требовательный. Именно это подталкивает профессиональных игроков рынка к профессиональному росту. Мастер-классы от стилистов и бизнес-тренинги, презентации новых коллекций непосредственно от представителей брендов, тайные покупатели и аттестации – все это выводит работу продавца-консультанта на новый уровень. Сервис может предоставить человек компетентный, человек, знающий о продукте все, от истории производства. Об этом мы же узнаем от живых людей, от представителей. Наши консультанты, наш коллектив пропитан этой информацией, которую привозят гости из Германии. Поэтому и рассказывая о продукте, это делается уверенно, естественно. Они в этом живут. Девочки этим пропитаны, обсуждают, влюблены в этот продукт, носят сами этот продукт. Продавать одежду – это искусство. Продавать одежду – это большая влюбленность. Это влюбленность в свой труд, это влюбленность в моду, это влюбленность в женщину. Очень важно, чтобы продавцы не только легко находили контакт с клиентами, но и разбирались в тенденциях, стилях, любили и понимали свое дело. Личный контакт с клиентами происходит. Все для своих, для любимых клиентов стараемся дать им самое лучшее. Мы каждого клиента пытаемся сделать своим, заинтересовать его, рассказать про салон, если кто-то в первый раз зашел к нам, про коллекции. Я вчера видела в салоне, как работала продавец с покупателем, и мне это очень понравилось, поскольку я попыталась подойти, покупательница меня не узнала и сказала, что я подожду продавца. То есть для меня это было очень высокой оценкой работы данного продавца-консультанта, потому что если клиент пришел к ней, и она понимает, что именно она выберет для нее нужную модель, именно она оденет ее так, как она считает, что она будет выйдет из салона и выглядит прекрасно, это большая оценка. Концепция «продать любой ценой», популярная в сфере торговли в 90-е, вместе с ними же ушла в прошлое. Сегодня важны продолжительные отношения с клиентом, чтобы он по-настоящему радовался покупкам и всегда возвращался за новыми. Конкурентоспособность в наши дни – это когда форма и содержание одинаково важны.